сниз и посмотри, добрый с энергией, что натворил. Играючи создал вселенную, надо и тайны ее приоткрыл. Вперед, неистовый дракон! Вперед, сила надо нас веди, чуткое сердце пробуди, и на пути воли к победе нас награди. Пришло время вызов принимать, эпик-ланчер заряжать. Мир надо познать, мастерство свое испытать. Пусть в атаку надо твой несется, пусть он в поединке не сдается. Каждый раз смывая на новую высоту, с новыми друзьями будешь биться. Батл ваш в легенду превратится. Осуществит свою мечту. Пусть в атаку надо твой несется, пусть он в поединке не сдается. Каждый раз смывая на новую высоту, с новыми друзьями будешь биться. Батл ваш в легенду превратится. Тот, кто не отступит, осуществит свою мечту. Инфинити надо. Пылающее сердце. Лен, вот она, база игроков с атакующими надо. И где же суперигрок? Здесь! Эй, не убегай! Ну-ка иди сюда! О! Ничего себе! Здрасте! Да у нас гости. Вы хотите бросить вызов сильнейшему игроку с атакующим надо? На аватаре огненный медведь. Ты здесь самый сильный игрок. Угу! Как круто! Устроим батл? Папа, ты... Давай. Меня зовут Макс. Сейчас я покажу вам, кто тут самый сильный игрок. Алекс, смотри, игроки надо? Скорее, давайте начнем. Ну что, готов? Угу. А как же защитные очки? Вот что значит сильнейший игрок. Начали! Надо, как у Эмбер. Он наверняка очень сильный. Надо понять, как уклониться от прямой атаки. А? Я совсем не почувствовал атаку. Он намеренно скрывает истинную силу. Подождите. По-моему, что-то здесь не так. Мне доводилось видеть много куда более мощных атак. Неужели он только притворяется суперигроком? Внимание! Атакую! Самый сильный удар. Поступлю как Сэмбер. Уклонюсь от центра. О нет, бедный папа. Вперед, неистовый дракон! Ударь сбоку! Невероятно! Какой сильный! Я выиграл! Ура! Лен, он вовсе не суперигрок. Что? Ясно, почему было легко. О. Извините, я в самом деле не суперигрок. У тебя в руках атакующий инфинити надо легендарного чемпиона? Да, это надо дедушки Алекса, дух огненного медведя. Этот надо обладает несравненной силой. Поэтому дед Алекса был прославленным чемпионом. Это он самый сильный суперигрок. Его слава манила сюда игроков с атакующими надо. Увы, это время прошло.
А я считала, что вы тоже супер игрок. Жалко ваш Надо. Я хотел вернуть этому месту популярность, как когда-то было при дедушке Алекса. Но я не смог обрести силу Надо. Вот уж не думал, что с тех пор, как я отошел от дел, мир так изменился. Получается, здесь нет ни одного настоящего супер игрока? Боюсь тебя разочаровать, но дедушка Алекса был последним. Я... Ни одного игрока. Зря только приехали. Где же найти игроков Надо? Может быть, мне туда? Пошли отсюда. Тут мне не с кем сражаться. Ой! Чего? Это ты? Что такое? Я... Не скажешь? Ну и ладно. Пока! Ой! В чем дело? Сразись! Со мной. С тобой? С какой стати? Ты не похож на супер-игрока Надо. Меня зовут Алекс. А? Ты можешь мне помочь? Я хочу стать сильным, как ты. А? Тогда ищи внутреннюю силу. Внутреннюю силу? Да. Чтобы стать супер-игроком, нужна мощная сила духа. Я... Алекс, зачем ты взял Эпик Лончер? Я хочу стать супер-игроком и участвовать в мировом турнире. Что? Сынок, стать супер-игроком совсем непросто. Алекс, отдай мне Эпик Лончер. Нет, поверь мне, я сохраню наследие деда. И наше имя будет снова на слуху. О? Тогда я тебя поддержу. Здорово. Похоже, начинается метель. Мне нужно торопиться. А? Я! Я обязан открыть измерение Надо и стать суперигроком. Чтобы стать суперигроком, нужна мощная сила духа. Сила духа через Эпик Лончер передается Надо. Сосредоточься, призови дух Надо и откроешь измерение. Твой инфинити Надо очень мощный. Снова метель. Нужно найти укрытие. Алекс! 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 Метель начинается. Алекс! Пожалуй, пережду здесь. Алекс! 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 Снег так и валит. Лучше нам вернуться. Алекс умный и сильный. Он что-нибудь придумает. Наконец-то я нашел пещеру. Теперь согреюсь. О, тут кто-то есть. Эй, не спи. Замерзнешь так, а? Папа, я хочу стать супер-игроком. Он тоже игрок Надо? Как бы он не заболел от холода. Если выпадет шанс, то мы с тобой еще побатлим. Похоже, метель стихает. Нужно найти базу игроков. Алекс, папа идет к тебе! Дядя Макс, вы заболели. Не надо так себя мучить. Мы сами отыщем Алекса. Эй, ну-ка, кто из вас легендарный обладатель атакующего Надо? О, Эпик Лончер Адванст? Никто. Прости, мы сейчас очень заняты. Эх, нужно было сразиться с тем парнем в красной куртке. Интересно, он сильный? Это же Алекс. А ну постой! Ты знаешь, где он? Если победите меня, так и быть скажу. Я с тобой сражусь! Поехали! Я Лин Дун Фан, будущий чемпион турнира! Ну, а я... Стивен! Ха! Я! Пора поохотиться! Разящий орел! Come on.
Искровый дракон! Надо очень быстрый. Держится под наклоном. Похоже, он тоже атакующий. Покажи все, что умеешь. Разящий орел. Вот это мощь! Твой надо очень быстрый, но ты не попадешь по мне. Зря только расходуешь энергии. Вот уж не ожидал, что я могу использовать след, который ты оставил на льду. Неистовый дракон прошел по чужому следу и ускорился. Ну вот, ты и попался. Теперь держись, разящий орел! А? Сколько атак? О, неистовый дракон! Готовый путь помогает ускориться, но надо в итоге движется предсказуемо и становится уязвимым для атак. Разве это база легендарного игрока? Просто позорище. Стой! О? Ну-ка быстро извинись. Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали: Федор Парамонов, Никита Моисеев, Вита Корниенко, Илья Хрусталев, Петр Коврижных, Степан Студилов, Ева Финкельштейн, Дмитрий Полиновский, Давид Хиникадзе, Александр Скиданов, Даниил Бледный, Леонид Зима, Данила Ефремов.